Становляйся шустрее. Тресните. Лока ДК. И что ты предлагаешь? Ну, типа, второй пул ГП не начислять или как? Я начислю ГП за это все. Не переживай, пулим дальше. А скрин сделал, потом начислю. На баф, кул. Лапу пора ее обновить. За духами смотрите. Вольф? Рехок прописал. Скажешь, как будешь готов. Герас Пулада. Готов. Как вы смеете ступать в эти священные покои? Это место станет вашей могилой! Я освобождаю тебя от проклятия плоти, мой верный слуга! Ты не в силах! Противиться моей воле! По хилам СС раскидать. Беги, малышка, беги! Ты нет. Как раз не умираю. У меня вставалки нет, что ли? Менял. Донована, контрольте. И покажи чужакам мощь нашего господина. Ты не в силах противиться моей воле. Мэнни, если ты на нем печать обновляешь, то контролить невозможно. Саву контроль. Дайте. Да, пожалуйста.
Ты не в силах противиться моей воле! Бежим. Дарнован. Убить. Не спаем. Да продиспейте с места. Оглушение был не мог тебя сказать. Берн делает. Бомжей сдать и добиваем. Там и сколько. Блин, кони сейчас кто взрывал. Интересно. Дай лутера на Даркиса. Видишь, один дух. Да там в прошлый раз только центр. Там кто-то прям красиво хилов всех сложил. Давай обратно меня. В первый раз. Квест не забудьте сдать. Ну, уже проехали, все. Как настроение? Потому что когда я умерла от своего духа, рядом со мной никого не было, я никого не убила. А вот меня кто-то два раза убил. Кават, нажми что-нибудь на босс. Что невозможно тебе присвоить. Есть что-то? Он у меня был до ретрака, но после ретрака он пропал и квеста нет. Уж ты нельзя присвоить. Понял, значит, не пришел. Я еще за альянсом вылупал. Хер знает когда, но когда ретрак делал, он пропал вместе с квестом. На форум напишешь, если квест есть, то верну. А вот как раз квеста нет. Тогда надо делать скрин, что нельзя присвоить. Вульф, офспяк, да? Кнопка ошибся. А ты уже отдал этот пенис? Не, пофиг, он в боссе останется. Нет, никому. А где смотришь? Забрал бы его, да. Я его не вижу. Сейчас попробую забрать. Скорее всего, это у тебя баг, это вот как у меня вот. Спутник, который флаги носит, как бы есть, все, ачивки есть, а флаги он в руки брать не может. О, передалось, да? Так все сложно, ага. Удачи! Ты на корабле, на том? Ой, это точно? Не, япончик, оставь по линии эти 200 еще, потому что она сначала, а я ее в рыб не пускал. А Настя?
Где я? А она когда пришла? Она пришла, когда мы леди начали пить. Чекни ПМ, Вага. Я тебе писала, допула. Просила, кому прессовать, потом допёхала, что японцу. Да, она там кис сразу врывает. За леди Настю точно оставить. Не услышал. За леди Настю точно оставить. За ребра я, получается, Настя списана, правильно? Вы на корабль бежите? Да. Нет, давайте обсудим. Сейчас мне прошу, тоже интересно. Два бота убили, на пиздос. Счастье, чего тебе интересно? И вправду, давайте шустрее, ребятки. Что-то вы так растягиваетесь, как будто вы на этом. На пароходе. Господи, я не удалил видео. Сейчас я релогаюсь. Можете, в принципе, без меня запускать корабли. А кто РЛ? Уже я обратно. Запускайте там, потом сундук важный. Не нужен мне ни сундук, ни лодка. Я про Кирса. Кирс АФК. Тем более. Он отпросился. А можно я тоже АФК? Саш, запускай. Быстрее. Тебе надолго, будет. Срочно. Нет, это... А Кирс какой-то. Дима. Ну? Сыны и дочери Орды, сегодня мы будем биться со смертельным врагом. Миша, мычи. Да, блять. Мне на работу уезжать через 40 минут, сука, убили два босса. Ну, пиздец. Дойти до Сурфанга за 2 часа, уехать на работу. Илью вешают КД. Занимайся рекрутингом. Будет быстрее. Видите? Что это там вдалеке? А это тут причем, если рейд был с 15 минут сотом полностью. 15 минут мы собрались, да, а трэш почему-то никто не начал чистить. Да. Чего ждали, я не знаю. Ну, что надо. Мона. Всех людей. 20 минут все были в инсте. Дальше. Готов надо начистить АФК. А кто на корабле? Там кое. Есть идеи кого? Вражку? Еще парочку. Что в рейде смотрели у тебя? Заклинатели сюда, пусть заткнет эти пушки! Че, говоришь, что ты? Что ты, Полина, спросила? Не спросила, я говорю, где-то ты насолил. Я просто видел, как он такой бежит, разгоняется на лосике назад, спотыкается и падает в пропасть. А Холипал стал хилить? Энджи, подними Вульфа. Вы же в курсе, что теперь как не упади, все равно сдохнешь. Поэтому подними. Лучше перелетайте. Сделали, да? Да. Я, кажется, знаю, за кого ты сделал. Ну да. Да, полезу. Поднимали еще. Внимание, просто следующая мага летает с тобой. Энджин, подними Вульфа. Не бедаешь, подними на Микадзе. Запишите.
Там через минуту. Хорошо, Луцин, Вульфа. После этого мага улетаю. Улетаю через 5, 4, 3, 2, 1. Давайте тебе покажу, что ты сделал. Ты чего? Ты чего? Экран будет мокрый. Эта неделя явно без дропа. У тебя что-то в РФке нужно? На этой неделе обязательно что-то с РФки упадет. Да я понял. У меня и ПГП отключился, что ли, чешо? Напер стоит. Давайте, давайте, давайте. Там дядя Миша ругает. Луцин, медведу ешь, нажмите какую-нибудь кнопку. Медведу ешь в сову. Дай промоут, япончик. Настя в рейд. Суманите. Галочку встревший не снял. Скажи, как будешь готов. Рчи на пул. Готов через 3, 2, 1, готов. Блять, не могу ничего запустить, давай сам. Торкра, выдвигайтесь. Герои, будьте начеку. Лет только что. Присоединись. А короче, сокетов купить летать будет. Перейди на мою сторону. И вместе мы разобьем. Аж после рейда. Перекур будет перед синдрой. Да сделаешь. ЕП начислили за корабль. Мой мальчик погиб сейчас от гнева. Я здесь, чтобы забрать его тело. Старый упрямец, у тебя нет шансов. Я сильнее и могущественнее, чем ты можешь представить. Это вы назвали его Дранош,
Главное, чтобы не три шамана. Ненавижу трех. Я бы не позволил чернокнижникам забрать его. Он был бы в безопасности в Городаре под защитой старейшин. То вчера за двоих потел. И ему надо полицит отдать. Отдай мне и передам ему. Короче, вы корабли флудили? Дальше лишние слова на поле сразу по соточке. Ну что ж, герои, хотите узнать, сколь могущественно владение короля Лича? Тебя как подобает в награде. Кнопки на луте тыкайте активнее. Предками. Я на работу поехал. Ты даешь 2, ты 5, да? Вот это да! Телепорт работает! И сколько у тебя? Я чувствую, как король Лич наблюдает за нами! Скрин сделать из ДПС в этом, блядь, вообще. Да, уже сделали. Всё. Гоните общий и чистого босса. 370 ДПС. Стак, групп лут, идем на чумку. Нет, Даркис там не было, осколков.
24, 10, 17. ЖМП, да? Блин, вот есть Холли Паладин в рейде, а такое ощущение, как будто его вообще нет. Дисплейл. 5 секунд нет дисплейла. Бага, меня вообще не продисплейли, на 20 секунд. Так у нас дисплейли, так упал, просто. Три балла. Пять человек могут. Могут и должны разные вещи, по-моему. Могут и умеют, вот это вот разные вещи. Это точно. После рейда я начислил ХП за второй пул лет половину пул. Абсолютно тип-то по одному их словил. Так что не удивляйтесь. Тем, кто именно поймал. Да, тем, кто именно словил, включая даже себя, когда я словил это у лестницы, никого не забил. Адванс уже на то я так видите, когда все упали. Я начислю абсолютно всем, еще раз повторяю. Вообще всем, даже кто там один словил. Неважно, в какой этот момент был. Если это прям окончательный вайп, то да, да, они начислят. Вы о чем сейчас? Второй пулдейдер. Я же скинул. У меня есть крипто. Но если он словил после, то этого не просто не будет Феникс. Сверху моб. Объедините череп. Вот Луцин то что сказал, там не будет. Как тебе сказали, падаем как Чучин, что ли, дома или какая-то? Вместо Фарада кто идет? Норси, давай.
Сурфангу начислил япончик? И обратно в ДЦ? Да, вижу, кик, и... ну я сейчас сам. А чё чипсы офнуты? Тоже кикать или чё? Чё-то много офнутых. Андет, на Двине или где? Не кикать. Хочу чипсы в Дискорде, он писал, что он отойдёт на какой-то. Андет в Дискорде тоже. Написал в начале рейда, отойдет на 5 минут. Ну, в Дискорде. Нет, он писал в рейде, что еще отойдет. То есть он был, а потом еще раз отошел. Вон, отойду на 10. Это во время боя с Саурфанком. А че на баф пул? Инорси заманите. Прокликайте портал. Я прошу локов в тотемы не ставить свои порталы. Вой, ты первый? Да. Ставьте нам. Лотера включи. Рейдж хилам. Их не облёвываем. Чё там? Готовься. Сейчас начну даю. Медикс выноси. Thank you.
Блять. Не знаю, зачем вы сейчас под эти споры сбегаетесь. Не могут дать оценки ситуации, поэтому избегаются. Лучше перебить. Еще жалко, что... Смог бы, да, скажешь? Сколок есть, нет? Ты всегда был моим любимчиком, как и Гниломорт. Молодец, что... Кинь на меня еще раз, Лутера. Я его даже чувствую. Ой, господи. Ты так будь. Еще раз перекинь, я аддон не включил. И какие-то странные московские номера звонят, и сразу же спас. Карточку хотят ввести. Те бомберы ебанули. Хотят чистить, то могут присунуть в район. Пираты, япончик, распыл есть? Коллекторы звонят, япончик. Зачем им сбрасывать, блядь, если это... Это НРТ его, меня остро приглашает. Кават, ты еще квест не сделал, да? Да я даже не знаю, я буду писать, потому что я же говорю, квест уже брал это дело. Ладно, это адванс удам. А успею забрать еще эту кровь. А Элрей, суманите? У меня написано, вы выполнили это задание, так что... Основа посоха не канает, надо писать. Тебе надо, чтобы посох выдавали, да? Воет, налево посмотри, потыкай. Посох я ему выдал через трейд, но он квест не может активировать. Туда надо с админом связываться. Да, я знаю, Мэнни, что цепочку поискать. Только обидно, ГП за посох получил. Набав на пул. Стоп, я перед... Слизни его дико. Хотя бы каску кулак. Враска, только праведная месть. Вот эту праведную защиту не тыкай. Давай ты повод. Все, курс. Давай води, надо тебе скилл поднимать. Длань возмездия только в него. Хочу как профессионалы посмотреть. Элрей! Готов? Кулак. Элрус. Слава там чипсы отписал. Он так-то в дискорде. Делорус, прогрузишь и скажешь. Готов, готов. Мало. Мало десятку или сколько? Он может хила, а я в ТТ. Хилит как? Дайте роги кулак. Прием. Повару кулак обновить. Вообще пары баф обновить. Фофейн. Народ, прием. Баф. Релоуд тогда пропишу, пока он там заходит. Друидам кулак, роги кулак, вару кулак, ханту кулак. Халфейн как зайдет, по ДК кулак. Сегодня просто никто на джайну не хочет. Да, походу специально затягивает.
пока Джайна не потравим, Рестхэм просто не будет. Вот и все. Надо простимулировать паладина на кулаках просто, нет? А ДК что-то нужно? Что ты им стимулировать хочешь? А ДК что-то нужно с этого босса, может быть? Мы так... Глорус, ты в Дискорда? Нет, это не твои влажные фантазии, кто там спрашивает. Нет. Долоресу, по-моему, тоже ничего не нужно. Он тоже, как я, кнопочки по ножам. Плащ ему, может быть, нужен с этого босса, а мейнспек. Как Чё, тебе московские номера звонят? Вот они на меня перекинулись. Кого мы ждем? Я ему в Дискорде напишу, я узнаю. Порядка вот с этим надо уже лучше. Он опять у него пошел закрывать. Он вообще-то сказал, что релогается. Здесь он есть? Ну, типа, если он в рейде должен быть, наверное. Нет его в Дискорде, я ему в личку отписал, он молчит. Давай что-то пул делаем, короче. Делай под боссом. Делай под боссом. Искандер тоже под босс. Серьезно? Бабл не мог нажать. Отличные новости, народ!
задачи ядовитый слизь. Народ. Гниломорт сдох. Боже, трав... Но есть и отличные новости. Он оставил море слизи, хоть плыви по ней в круизы. Ого, да я поэт. Потрясающе. Не, было прикольно, когда я сказал челикам, свезите двух мелких, они взяли, блядь, и мелкий, блядь, двух мелких ко мне в большого, блядь, зачетный был. Короче говоря, к новому КД отредактирование много правил, и то, что вот за первый пул и за убийственный пул ГП не дается, это будет применяться только в ОКХМ и на сложных боссов. А за остальных боссов будем лутать ГП по полной. В ОКХМ дают ГП, я что-то не видел ни разу. За то, что убивается, дается. ГП дается, ГП. На роботе и на Аларе дается. Че, блядь, кто-то получал? На роботе не первый раз получали уже. За взрыв сферы и прочее получали же. Если, допустим, бегут на сферу, там еще что-то типа того. Вульф, ты не то нажал снова. А чё я нажал? Оффспек. Не хапало это не надо. Ну, я знаю. Я вот и спрашиваю. Пусть бежит вниз, чё? Тердрушники есть. Нормально. Норси паролу выиграла. Торт, 1 минута АФК, срочно. Айзик, ты тут? Ладно, чипсы в рейд. Чипсы в рейд. Полина в лемон. Кончик группу поставь. Пока, а за сферой сейчас уронил.
Мы это когда до рейдим именно вот так вот, что на всех боссах у нас. Первый убийственный окно, когда уже все изменится. Да уж меня это что-то заебало. Ты решил не профитные правила, да типа? Нет, почему? Кока ХМ будет вот это применим. К сложным боссам в виде Джайна это тоже будет применим. К помойке всякой это будет неприменимо. Люди с метками вверх контролить мобов. Ромбик, треугольник. Вперед, выбираем оба контролинг. Что когда люди поймут, я тебе говорю, что надо, блядь, в куче стоять, а да, это в ней будет. Так, смысла нет. Тебе еще сап с уроном такой этих вот. Ну конечно. У них уже есть такой, называется гоуши. Это закаточка. Не, это гоуши. Но он у них есть. Это не сап. Он не дамажит. Понял. Ошеломление вот это вот, которое просто... Гоуш не дамажит? Чего? Ты пьяный что ли? Он дамажит. Ты это... Если лицо дашь? 5 секунд увеличивает. Коуч наносит мгновенный урон. А сап... Он вот говорит, что он ничего не делал. Оно наносит периодический урон, и при этом сап не спадается.
Кому не нужен лут, Тунатель? Из меликов. Ты встрясните его. Можете больше не плюсовать. Университет под ДК есть? Суманить хочу чипс. А, Настя, я уже просто открыла чат, что... Да, я присоединилась. Так. Баф обновляем. Ребят, дайте, пожалуйста, мне... Блять, а как сделать звук в DC погромче? Пиздец, общий. Тыкаешь на игрока. И там есть шкала громкости у него. Общее, чтобы всех громче. Нет, всех нельзя, в Дискорде только можно. Каждого. Спасибо, ребят, больше не нужно. Еще раз, ручина АФК. Так, краску нихуя не слышно. Он и так на 200, блядь, сидит, шепчет там. Я на двоих. Да, да, враск, твой килесет. Пул по отсчету. Он мой. Аксанар был насажен недоразумением. Сила света позволит Валанару свершить отмещение. А, не знаю. Давай мне рылку вообще сам выпасть буду менять. Падает у входа. У входа падает. Подбить. Браво. Далеко. Ну. Ах, жал. Столько ГП сейчас, конечно. В следующей неделе все РДДшки за это получат сразу же. Поймал.
Не пульт, стрэш. Лузер, знаем в начале. Блин, там же стояло два РДД, ребят. Мне из другой комнаты пришлось бежать, меня еще и откинуло. Ну как? Ты меня, кстати, убил. Солрэй. Так... Вот. ГП мне. Да. Мы же убили. Халява закончится на новом КД. Рез будет, нет? Ой, блядь. Долго учимся. Там как раз сфера упала, откинула, не хорошо бы. Япончик, у тебя распыл уже есть, нету? Да, я распыляю. Да, да, пыли всю эту херню. Пан, у тебя нету вот спека. Санты и тапки не нужны. Есть уже. Начисли за гнилого и совет. А, сейчас. Так, Будапешт. Ну, он отель послакаешь. Халов рейд. Ты не милик. Если у него ДПС хороший, могу я флаг. ДПС не хороший. У него нормальный ДПС для своего ЛЛ. Просто вспоминал Вара на Вара. Если вы еще не поняли, те, кто чаще всего просит на замену, они остаются со мной стабильным до конца. Это было обрисовано мне, я не спросила, что сюда. Нет, это... Если я начну пошли, то что ты написал это вот. Пан, куда ты делся? Вылогаешься или что? Переносная есть у кого? Я тоже люблю панки. С
суманите их, алло, и резните нас. Главное вовремя все перевести в шутку и как-то с иронией. Тоже так говорил, когда Вайк говорит. Даркис ставит портал. Злые, а ты в шуточку переводил, да? Супер. Главное вовремя в шутку перевести, и тогда диалог будет ярче. Вот только на эту тему мы заговорили, у Даркиса прикольный макрос стоит, портал в дурку ставит. Там, короче, обновляйте. Не знаю, какой ДПС тут. На взлетку даже сакру эту порейду. У тебя макрос вообще есть, который себя Канцлаура. Этот макрос тебе надо где-то загуглить. Лапу по рейду. А че на баф пул? Хотя стоять. Будапешт тут. Сейчас я его найду. На первый, да, ты хочешь? Да, ты что-то делай с микрофоном, тебя слышно, как будто, блядь, за 300 километров. Это он был наверх поднят просто. Так, ладно, минуту ждем и пулим. Ага. О. И чем ДЦ в ДВР? Конечно. Рейд нужны РДД, танки, хилы, все надо, кроме миликов. Да, блядь, только кроме миликов, ну что-то миликов, блядь, еще больше и больше становится. Их как будто кто-то из-под полы добит. Если одетые милики, это можно обсудить. Если нет даже 2-5, то это вообще мимо сразу. Ну, меня просто, в принципе, прикалывает ходить за ДЦ, но я больше по ШП угораю. Я бы хотел увидеть ДЦ у нас еще. На АФК и на пул. У меня вопрос, а почему мы не в одном месте стоим рейдом? Так же легче прохиливать.